Друзья, всем привет, рад видеть вас у себя на канале, и в комментариях под последним видео вы попросили поиграть на инженере. Инженер у меня 15, и колоду, в принципе, видите перед собой, такую колоду мы с Ладом собрали, то есть принципиально убрали Зевса, чтобы прям дисбаланса не было. Хотели поставить ловчего, но места на столе не останется, поэтому выбрали химика. Таланты на инженера у нас будут правый, правый, левый, все остальное будет на урон. Посмотрим, что из этого получится. Перед началом маленькая пауза и будем продолжать. Друзья, хочу сказать огромное спасибо каждому, кто использует мой код автора. Этим вы реально безумно меня поддерживаете и даете какие-то силы делать розыгрыши для вас и больше интересного контента. Кто не знает, что это такое, сейчас я вам это расскажу. Переходим на сайт Market My Games, shop 125/ и так далее. Ссылочка будет в описании. Без проблем на этом сайте можно купить все, что угодно. Если у вас недоступны платежи через игру, особенно тем, кто донатит с айфона, через этот сайт дешевле, чем с айфона. Поэтому пользуйтесь. Здесь есть все предложения. Можно купить как и платину. За платину можно купить все, что угодно в игре. Так можно отдельно и кристаллы, и пропуска. То есть давайте, допустим, купим с вами вот 200 платины. Нажимаем купить. Буй. Выбираем наш игровой ID, который нужен. Дальше. Вводим кодовое слово. Кодовое слово довольно простое. Але, ALE. Вот. На экране вы его также видите. Нажимаем продолжить. Здесь вы можете написать любое пожелание, которое хотите, чтобы я увидел. Дальше нажимаем продолжить. И дальше выбираем любой удобный для вас платеж, которым вы захотите рассчитаться. То есть Kiwi, Сбер, какой-то нахрен IO Money, говно какое-то, да? Ну или мобильные операторы, там всякие Билайны, МГТС, осуждаю. Ну и разные карты. После этого все, проходит оплата. Мне приходит сообщение с вашими пожеланиями. Вам приходит та валюта, которую вы купили. Все круто, просто, мне приятно и вам не сложно. Переходим к видео. Так, друзья, вот мы уже в бою. В принципе, точки нам здесь без разницы, да, потому что мы играем без Зевса. И как-то надо их раскачивать, выставлять инженеров. Первый пускай здесь стоит. Он будет таким основным, в котором мы прямо сейчас будем отдавать дряды. А все остальное дело просто будем подкачивать, выкачивать, раскачивать, да, чтобы максимально полезна у нас была продуктивная точка. Копировать, может быть, буду мечи. Химика сделаю через золотую дряду Т6 в углу где-нибудь. Почему такие таланты на инженера? Потому что можно было бы, конечно, взять на там 13 или сколько, да, инженеров. Но тогда прям химика некуда ставить и застакаться прям очень-очень просто. Поэтому мы решили взять вот так. Самые оптимальные таланты, оптимизация. То есть еще можно всунуть химика. А химик лишним не будет. Так, что мы здесь делаем? Пока я просто скипаю, наверное, мечи. Попытаться найти первую дрядку. Вот она, первая дрядка. Лупим манап ей. Сразу убираем все то, что на точке роста. Чтобы дальше ее раскачивать. И я вот думаю, может через две точки роста качать. То есть сразу вот, раз у нас на нем уже глаза есть. А, там уже золото у Влада в точке роста лежит. Не, ну это база. Надеюсь, о, кстати, подкачался через 15 талант у нас инженер. Всегда радуюсь, когда это происходит. Так, гаечка. Еще меч. И надо как-то его поддушить. Он не знает, что мы будем душить. Он думает, что у нас дружеский бой. А я-то его хочу задушить. Так, давайте сюда. Так, этот инженер нам сюда падает. Значит, мы скипаем вот этого и продолжаем раскачивать точку. Падает пробужденный. Скипать я его пока не буду, буду оставлять здесь, потому что пробужденного прям тяжеловато найти. Пускай стоит, дает пользу. На первой волне уже призыв большой, потому что напризывали пешек. Играем мы без курток, чтобы посмотреть, потому что мне кажется, если к инженеру взять куртку какую-нибудь на скорость, все, он просто погибнет. Вот опять прокачался, четвертый уже, кайф. Бам. Два глаза только? А что, он мне глаза сбивал, что ли? Так. Все, отдаем мечи. Что там у него по шмоткам, кстати? А, ну нормально. А, опять он с этой уткой. Я тоже когда-нибудь себе ее сделаю. Бам. Бам-бам-бам. Сюда его. Этого ублюдка. На шестеренках. Надо зафиксировать, сколько у него раскачан амулет. Чтобы понимать, насколько правильно мы движемся вообще в направлении, в каком. А, или нам не будет показывать. Нет, по идее, должно уж показывать, когда он будет на точке соединять какие-то пешки. Так, этого сюда. Еще гайка. Нет, нам золото пока не падает. Значится, мы... А, у него только 6%. Хорошо, нормально. Мы еще очень уверенно идем.
У нас уже 12, там только 6. И, кстати, Арлекин уже 5 глаз имеет. Это победа. Так, 14. Дриад будем отдавать, наверное, высоких инженеров, чтобы чистить место на столе под будущее наши мечи. Поэтому я сейчас прожму манап, понадеюсь на какую-нибудь говна поел, закатай губу. Хотел сказать, что понадеюсь на какую-то золотую дриаду, но она не выпала. Но инженеры не страшны, инженеры могут докачаться сами, вот химика надо будет качать. Я вот думаю, может уже его куда-то засунуть, типа вот сюда, скипнуть эту дриаду. И начать делать Т6 химик. Это 7 я не сделаю, его в любом случае огнерык понизит. А вот этого типа на химике можно качать по-любому. Так, давай сюда. 5 глаз. Не, ну пока уверенно. Че врать? Пока держимся уверенно. Давай вот так. Красный пробужденный. Шалеть. На 18. 20. Не, здесь нам химик точно не надо. Отсюда мы его будем убирать. Золотая точка мимо. Было бы классно, если бы она легла вот сюда. Кстати, посмотрите, вот насчет завоза. Там 2, это 4 инженера. Точка роста, точка золота. Я все, мне больше нечего сказать. Это прям какая-то душниловская душня. Все, давайте здесь подкачаем. Вот так, вот так. Пятый меч. Ух, представляете, если бы там химик был. Насколько бы жизнь стала легче. 22% тем местом у нас. И что делаем? Пора уже выставить хотя бы 6 инженеров, да? Чтобы какой-то буст к урону дался. Ладно, химика, все, давайте химика сверху будем качать. Может у нас опять Т5 получится меч, мы соединим, там получится Т6 какой-нибудь арлик. Если там будет Т6 арлик, это не страшно, но если там будет Т6 какая-нибудь... меч, это все, это фатальная фаталити. Хоть он у нас и 15 с талантом. Так, этого вот сюда. Может, на золоте оставим? Он же там типа что-то быстрее будет кидать. Я не особо шарю за химиков. Поправьте меня, если я где-то не прав. Золотая дриада. Пососай. А не золотая дриада. О, это, кстати, хорошо. Это очень хорошо. Забирай-ка. Смотрите, я делаю вот так, я делаю вот так, вот так. Давайте копировать с пятого инженера, лишним он точно не будет. За счет меча мы его рано или поздно почистим. 6 есть, можно продолжать стакать точку. О, этот апнулся до пятого. Красава. Базару зира. Красные мечи. Потому что так. О, кстати, здесь уже 10 глаз. И оно продолжает туда шпилить. Он, наверное, просто все это время, пока я тут играю, он шпилит в этого инженера глазами своими. Ну, урон неплохой. Можно было бы, конечно, больше, но опять. О, так, стоять. Стоять. Все резко остановились. Я, может быть, вот здесь оставлю химчелу. Это хорошо, это нам надо для раскачки. Так, 3. Ну и все, мы сейчас сделаем Т6 химика себе. Я думаю, нам этого будет достаточно вполне. Смотрите, 1, 2, 3. Т6 химик. Поднимем манапов и урон просто ошаленный. Уже 1,5 миллиона просто тычка вылетает, как на монахе. То есть, представляете, да, у монаха белый урон на главном, сколько там, миллион. А здесь крит, миллион. Несправедливо. Несправедливо. Почему-то думал, что это будет звучать намного лучше. Так, ладно, оставляем. Подкачиваем. Прокачался, хорошо. Ну и пока у нас все лучше, но это чисто за счет монапов. Потому что Влад вообще без манапов сидит еще. Так. Максимальный бонус достигается при наличии 10 инженеров. Так, инженер на золотую точку встал. Это встало. Дриады надо отдавать только по максимуму. Например, вот так.
Это мы сюда скипнем, амулетика еще качнем. Это уберем отсюда. Какой-то конченной цепочкой выстроили своих братиков. Ну и не, урон еще можно разгонять. Еще прям до хрена его можно разгонять. Давайте потихоньку качать на золоте. Больше мечей. Золото во второго, кстати, неплохо. Сюда, вот они типа активировались. Максимальный бонус при 10 штуках. И вот уже криты вроде посочнее летят. Базару Зира. Так, этого сюда, этого вправо. Влад уже выставил 10. Смотрим урон. Ух ты. Неплохо, кстати. Относительно неплохо. Так, прокачали. Очень не хочется скипать пробужденный. Но... Нет, ладно, давайте так. Раз мы потихоньку застакиваемся. Так, так. Т4, отлично. У нас есть время подкачаться. Опять у нас какая-то блядская... Ой, блинская связка. О, хорош мужик. Базару Зиро. Сам качается. Ой, второй пробужденный, кстати. И чё? Смотрите. Это мы отдадим сюда. О, блин, короче, план пошел по одному месту. Этот пробужденный надо убирать. Так, этого сюда. Этого сюда. И подкачиваем золотой вот так. Ой, кефтиме, просто кефтиме, мужики. Как же все отлично качается. Бедлам просто вылетает без шансов. Тут 10 глазиков. О, они еще и подкачиваются. Шалеть, да что вы делаете? Так, еще мечики. Еще мечики в точку. 40%. Ну и все. Я думаю, пока что точно не стоит что-то там делать, выдумывать. Влад там троху подстакался, он не может активировать 10 штучек. Давай, давай. Неплохо. Еще мечи. А мы просто будем тыкать гайку в надежде на золото, какую-то еще точку. Вот нам надо сюда золото споймать, потому что этот инженер прям суперсильный. Они могут все апнуться, там, до Т5, до Т6, если будет удачно вылетать деталька на боссах. И за счет этого они будут подкачивать свой ранг, как бы. Знаменосец пока что отлетает, уверенно. Так, Влад не может построиться. Так, давай. Надеюсь, он убьет Бедлама. Бедлам на 21 миллион. Да, убивает. Отлично, у нас инженер Т7. Т7 инженер стал. Так, все это дело у нас чистится. Кстати, у него тоже есть 10 глазиков на инженере. Ему просто нужно еще одно золото. Не, у него хороший стол, у него больше золотых клеток. Ему просто надо найти все-таки вот этот подстак из инженеров. Так. О, все, вот он их активировал. Урон. Да, все, вот сейчас более-менее пошел хороший урон. А, вот он... вот как ты решил. Ой-ой-ой, четвертая злота. Это Т6 химик. Это Т6 химик, да. Это победа. Это Т6 химик. Имба. Отлично, сейчас у него дела пойдут получше. Нам что-то убрало от огнерыка. И, блин, хотелось бы все-таки стол подкачать. 24 тысячи маны, это можно больше глаз зарядить. Но опять же, каков шанс застакаться? Шанс застакаться просто огромный. Так, хорошо, почистила. Ну, уже как-то проблема чувствуется. Сейчас вот пойдет темный священник. И на темном священнике, оп. Одного. Только одного подзасрал нам. Сейчас надо надеяться на то, что контрзаклятие на волне подчистит все это дело. Ой-ой-ой, это ты зачем делаешь? Неприятно, конечно. О, все, 10 глаз вернули на нашего сильного инжа. Это прям хорошо.
Ну, блин, Влад вот до сих пор строит стол, и он может забивать глаза и накапливать себе больше. Но он очень опасно играет. Бам, опять сбил. Так, у нас вроде бы... Нет, показалось. Хотел сказать, что у нас больше урона, но нет. Тык, почистила. Хорошо. Ой, ой, как хочется рискнуть. Ой, как хочется рискнуть вот это сюда убрать сейчас. А стоит ли оно... Ну, по идее, от первого инженера от этого смысла вообще никакого нет. То есть, я думаю, после этих боссов надо покрутить. На яйцах, чисто. Чисто на яйцах покрутить. Хорошо. Смотрите, что делает. Подкачала инженера. Еще одного. Соединяем. Так. Так, качаем, качаем, качаем. Нельзя останавливаться. Так. Что-то типа такого. Не знаю, лучше не будет, хотя у меня там был инженер с 10 глазами. Ну, он был первый, от него вообще нет никакого смысла. Сейчас еще будет понижать трибунал, надо будет опять что-то искать. Главное, чтобы колдун потом не засадил нам никуда. Волна, кстати, уже огромная идет. 3 миллиона. Без Зевса, как вы просили, на гаечке. Но даже так люди говорят, что ты так играешь только из-за 15 мяча. Ну, извините, ребят, такой аккаунт. И так стараемся максимально не использовать Зевса. Я думаю, если был бы Зевс, урон просто был бы космический. О, а что... О, не, о. Это будет больно сейчас. Сколько там... 190 лямов на гайке. Кстати, неплохо. Смотрите. Ой-ой-ой. Так, меч, меч. Ну, а вируса мы скипнули? Да, вируса мы скипнули. А Влад не скипнул. И он поломал инженеров. А, он застакался. Нет, он расстакался. И сбил мне глаза, важные. О, еще раз сбил. Оп, пробужденный. Оп, оп, еще глаза. Ой, как много глаз он мне сейчас сбивает. Прям очень дохрена. Кидаем гаечку. Ой, хорошо, еще одна золотишко. Еще одна золотишко. Зачищаем. А он нет, все, у него проходка. У него пройдет по-любому. Да, 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 зашло. Ну, слушайте, инженер удивил. С химиком это даже без ловчего. Ну, ловчего сюда просто физически не засунуть. С Зевсом был бы совсем другой результат. Прям совсем другой. Таланты еще раз вам показываю. То есть, на скорость атаки, на шанс детали на боссе и оптимизация, чтобы еще воткнуть сюда химика. Таланты дряда урон полностью. Таланты меч урон полностью. По факту урона получилось 3,5 б, это даже больше, чем на фанатике. Фанатик у нас 3 б продержался, инженер с гаечкой 3,5 б. Пожалуйста, просили, получайте. Кайфовая игра. На этом, друзья, буду прощаться. С вас комментарии по поводу той пешки, которую мы проверяем с Ладом следующую. Можете прям писать колоду с героем, какого героя взять. Ну, я думаю, это будет гайка, да? И, в принципе, что нам надо будет делать. Все, жду от вас комментарий. Также лайк, подписочку на канал, чтобы поддержать меня, чтобы я дальше делал эти видео. И увидимся в следующих видео.